Меня зовут Ярослав, менеджер компании «Электромотор». Сегодня мы рассмотрим линейку преобразователей частоты Danfoss серии MicroDrive, которые включают такие мощности для запитывания трехфазных электродвигателей от одной фазы. Диапазон мощностей составляет от 0,18 до 2,2 кВт. Для трехфазных электродвигателей от 0,37 до 22 кВт. Применяются преобразователи частоты серии MicroDrive для управления скоростью вращения электродвигателей, включают множество видов защит привода и могут использоваться в составе как простых механизмов, так и в достаточно сложных системах. Модельный ряд MicroDrive является универсальным и компактным, имеет малые габаритные размеры и может использоваться в составе с любым оборудованием, в котором присутствует трехфазный электродвигатель переменного тока. Изменяя частоту питающей сети, мы можем изменять скорость вращения электродвигателя в двух режимах. При векторном управлении в диапазоне частот от 0 до 200 Гц, а в режиме скалярного управления от 0 до 400 Гц. Степень защиты IP20. В моделях MicroDrive свыше 1,5 кВт присутствует тормозной прерыватель. Платы покрыты защитным лаком. Также в серии MicroDrive используется стандартное действующее программное обеспечение. Преобразователи частоты Danfoss серии MicroDrive очень надежны в работе, их легко ввести в эксплуатацию, но тем не менее серия MicroDrive справляется с достаточно сложными задачами управления. И немаловажный показатель на сегодняшний день – это доступная цена серии MicroDrive. Для заказа частотного преобразователя серии MicroDrive или FC51 достаточно сообщить код заказа мне, менеджеру Ярославу, по телефону в Киеве 5 300 3 8.